Привет, сегодня у нас 31 декабря. Время у нас где-то без 27. Мы недавно с мамой закончили делать салатики, там закусочки, в общем. Ну, и хочу такое. Начать небольшой влог. Надеюсь, что он будет у меня небольшой, потому что не хочется затягивать его таким прям большим. В общем, покажу вам, как мы встретили Отмечать Новый год. Мы будем с моими детьми и с моей мамой встречать, точнее, Новый год. Вот, муж у меня и мой папа сегодня на работе в ночь, так что как-то так. Так как у нас сбит с Алиночкой режим, я до сих пор не подарила подарки детям, точнее, Дед Мороз им еще не подарил. Вот, Лина не так давно проснулась, где-то в начале 7-го, вот, целый день она спала, не просыпаясь. И еще ночка у нас сейчас будет новогодняя, и тоже, можно сказать, будет всю ночь не спать. Вот, и сейчас буду снимать этот процесс весь, как дети будут у меня под елочкой искать свои подарки. Я еще их не положила. Сейчас покажу вам, как я их упаковала. Я их показывала, конечно, в предыдущем влоге, но сейчас еще раз вам их покажу. В общем, вот такие вот подарочки. Запаковала я их в крафт-бумагу, так как ее у меня достаточно, а новогодней, праздничной у меня, к сожалению, нет. В общем, вот так вот это миленько все смотрится. И ленточка была вот такая вот праздничная. У меня, по-моему, еще где-то такая же потолще была голубая. Но я ее что-то не нашла. Нашла вот такую вот атласную, бордовую. В общем, вот, как вы видите, это для Алиночки у меня подарок, а это для Тёмочки. Я думаю, неплохо. Симпатично смотрится. Конечно, не по-детски, но хоть так. Вот так вот я поставила подарочки. Первой Алине, потом Тёме. Вот. Надеюсь, им понравится. Кстати, я забыла сюда прицепить этот сапожок. Сейчас я это сделаю, потому что там же тоже сладости. Вот, и это все для деток. Так, тут у меня хаос. Не обращайте внимания. Сейчас. Так, прикреплю сапожок. И все. Так, не знаю, может быть, пока его не прикреплять, потому что он отваливается, наполненный. Идете? Дверь-то закрывайте. Закрывайте дверь. Все. Все, ну что, где подарки? Где Дед Мороз подарки вам принес? Где? Я думала, что вот это мой. Вот это они, твой? Это подарки. Да, я вот пришла. Они подарки. А Алине? А Алинин где подарок? Алина. Я еще Алине потом развяжу. Это мне. Это тебе. Что в сапожке-то? Дед Мороз вам положил сапожек. Валиночек, или как его назвать? Это у вас. Дед Мороз принес. И правда сладости. А это Алика. Сладости для радости, да? Да. Ага. Больше, кажется, нет. Это мне. Так высыпай давай, там же есть что? Что? Ну, на паластик. На паластик. Даню надо звать. Да, Даню позови. Что там? Конфет. Нет, это мое. Это твое. Это тоже мне. Это мне. Распечатывайте подарки-то. Мне, а пойдем подарок сначала распечатаем, Алина. О, подарки. О, подарки. Подарки. И мне. И тебе. Давай. Мама, открой. Мне какой, пап? Папа, не открой. Давай, давай. Не открою. Не открою. Скажи, никак не открою, да? Алина, смотри, что у тебя. Пеппа! Это Пеппа, да? Давай распечатай. Ух ты! Даже ты посмотри, как они сидят. Это твое! Да, конечно, твое. Сейчас откроем. А как оно открывается? Это папа сидит. У меня лучше.
Это мама свинка. Мама свинка, папа свинка. Ты рада, да, доча? Тебе нравятся свинки твои? Ой, какие там свинюшки, хрюшки, поросюшки. Где папа свин? Вот она. А мама свинка где? Вот она. А это кто? Это Пеппа. А это? Это Джордж. Джордж? Джордж. А это домики? Папа, распечатать. Сколько мусору сделали. Так, это идите туда, в комнату свою собирайте. Идите. Даня, Тёма, идите там в ту комнату собирайте. Угу. Ой, Алиночка, сейчас вся в шоколаде уделаешься. Пойдем ручки помоем. Папа свин, да? Как он пищит, да? Тебе нравится твой подарок? Доча, помаши всем привет. Всем привет, скажи, с Новым годом! Годом! С Новым годом, да? С наступающим Новым годом, да, доченька? Ну что вы тут собираете? Да. Что собираете? Игольный лего. Это не лего же, это конструктор. Что получается? У меня, да, у него. Мама, тебе нравится, нет? Нравится. Ты очень доволен? Да. Вот видишь, Дедушка Мороз тебя порадовал. За твое плохое поведение, да? В следующий раз я его. Что ты его? Ты должен хорошо себя вести и слушаться родителей. И в садике как должен это слушать. Я. Да, когда они слушают. Давайте играйте. Вау. А ты говоришь ха-ха-ха. Что, да, нравится Алинин подарок? Опа, смотри. Че, они смеются над тобой? Хулиганы такие, да? Давай, Алиночка, играй. Сидит? Сидит, да? Да, а кроватку-то давайте правильно поставь, переверни ее. Не так. Так неправильно, дочь. Переверни кроватку. Вот. Ну, доченька, ну не так же. Нет, не так. Так. Свинка будет спать. Свинка будет спать, да? На кровати. На кровати. Все, вот так вот у нас сейчас в комнате огонечки мигают. Да, дочь? Красота. Есть тоже елочка с камином, а тут у нас бардак. А там вон Алина сидит, только ее не видно. Вспышку включила. Так шторки у нас блестят. Доча, Доча, привет. Посидите. Ёлочка, камин. Мама попала. Посидите. Ты
что домик-то бросила? Вон, свиней своих забросила. Новый год! Сейчас быстренько хочу вам показать, что мы приготовили. Вот это вот салатик. А это просто как закуска лежит. Это тоже закуска. Такая вот. У Алены на канале высмотрела. В общем, три только штучки у меня получилось. Остальные не стала заморачиваться. Просто так картофель с селедочкой положила. А тут еще огурец у нас. А с чесноком, с сыром. Остался вообще ночник вот это. И сделали с огурцом. Мы тут с мамой, значит, сейчас нафоткались. Мама мне решила в кадр залезть со мной. Вот. Да что ты? Да что ты? Поздравляю всех с Новым годом. Поздравляю всех с Новым годом. Счастья, здоровья, денег, мешок всем. И здоровья, да? Ты пожелала? Самое главное здоровье. Я прослушала. В общем, вот мы сейчас пойдем садиться за стол. Мы с ней вдвоем. И у нас еще двое маленьких киндерят. Вот они сейчас с нами были. За стол садиться. Мы сейчас идем. За ты что, тапочки не вешаешь? Нет, я не вешаю. Мы тут с Алиной. Пойдемте вниз. Мы такие типа принарядились. Маме говорю, одень тоже платье синее, чтобы мы были оба в синем платье. Платьях, то есть. Мама, правда, тоже в таком прикольном клетчатом ей идет. Ну, что ты закрываешь дверь? Пошли вниз. Ой, сын меня закрывает. Все, в общем, я спускаюсь. Идем вниз. Кстати, я вам не показывала. Ваня же всю лестницу оббил ДВП. Вот. Не знаю, показать нет. Сейчас в новогоднем влоге. Вот, и мама, кстати, тут доклеила обои все. Вот, вот это вот, как оно называется-то? Забыла я, в общем. В общем, тут поручень надо будет покупать, еще пока не куплены. Вот, и здесь тоже мама все доклеила под лестницей, так что у нас почти везде красота. Так, мама ходит. Все равно стесняюсь при маме, при папе, в общем, снимать, говорить что-то. Вот. Короче говоря, все вроде прибрали, вроде все хорошо, красиво. Вот. Так дома как-то пусто, потому что нету папы и Вани, и, кажется, вообще мало народу. Вот, не знаю, скучно нам будет, нет, ну, как есть, так есть. Уже немножечко накрыли на стол. Вот такой вот он у нас оливье тут. Ой, там Тёма, да, вообще на голове ходит. Так, ну я вроде вам уже все это показала. Такой телевизор довоенный. Будем его смотреть. Так, сейчас покажу зеленочку. Вот она у нас там. Там еще есть картошка. Типа красотка. Я приводил кого? Красотка моя. Это ваши обороты? Я же до сих пор не была красной плошкой. Где-то без 20:11 мы с мамой покушали. В общем, я сейчас в комнату пришла. Еще приезжал Тёмин папа родной. Вот, привез подарочки в таком пакетике. Конечно, пакетик уже пустой. И я сейчас вам покажу, что же Тёмин папа ему подарил, привез. Вот, конфетки. Так, и много-много всего интересного. Не знаю, Тёма вроде как в восторге, нравится ему все. Вот, сейчас вам все покажу. Так, в общем, сразу покажу вот такой вот наборчик конфеток. И я по-быстрому, извините, что буршу, как бы, там, конфетки не буду их доставать. Сейчас их надо спрятать от детей, иначе они сейчас все вытаскают. Ой, дети не дают мне снимать, вам показать. Так, вот такого вот
Не знаю, что это. Бихрубик собирать, что-то вот интересное развивать. Из кубика можно всякие фигурки, видимо, собирать. Вот такой наборчик. Еще ничего, как видите, не раскрывали. Вот только-только привез. Сразу вам показываю. Рекорды Гиннесса. Такие вот. Не знаю, что это такое интересное. Самый высокий человек. Что-то тут написано. Надо будет поизучать потом. Веселая викторина. От 3 лет, от 2-8 игроков, от 20 минут время игры. Игра, видимо, какая-то. Очень интересно. Также такая книжка. Вот это вот прям вообще очень приятно. Потому что книжки как бы нам вообще никто никогда не дарил. И я никогда не покупаю. Потому что мы в принципе их не читаем. И я знаю, это очень плохо. Вот тут Дед Мороз. Кто он такой. Все рассказывается, описывается. В общем, классно. Прикольно. Почитаем с сынулечкой. Так, ну и о чем Тёмочка мечтал? Мечтал он вот о таком наборе. Ну, не именно об этом, а вообще о Лего, о своем таком большом. Как видите, еще цена. В общем, пришла моя дочь, она кричит. Это Лего? Это Лего, да, доча. Я одну подарок. Да, подарки, да? Тёмин папа подарил Тёме. Ночи.
нам пришли гости, но я, если честно, не очень люблю все эти застолья, мероприятия, все эти банкеты, особенно когда болит голова. Конечно, я люблю там потанцевать, развеяться, да, так сказать, пообщаться с людьми, с родственниками, но у меня болит голова, потому что просто я несколько дней подряд, а то и недели две, я просто ложилась в 7 утра, в 8, то есть вот так вот, и днем спала, и у меня вообще непонятно какой режим. Вот, и сейчас Алиночка почему-то уснула по каким-то причинам, не знаю, может от того, что много народу, она как бы боится, вот. Ну, в общем, не знаю. Пусть я буду прощаться, хочу еще раз вас поздравить с наступившим 2020 годом. Всех вам благ, здоровья, всего вам самого прекрасного. Все, пока-пока, я спать.